давненько я не хвастался своими монетками, которые выходили до 1961 года. И вот как бы появился случай показать монетки именно 1953 года. Не просто так, а в связи с каким-то либо событием, которое произошло именно в 1953 году. Ну и вот на сегодня такое событие из всех, что было интересного. 28 сентября 1953 года, это всего-то 64 года назад, Никита Сергеевич Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. Сейчас даже немногие знают, что это такое ЦК КПСС. Это вот Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. То есть он поднялся на самую-самую-самую высокую ступень, которая была возможна вообще в стране на тот момент. Вот. И началась, соответственно, эпоха Хрущева. Эпоха Хрущева в истории известна как эпоха оттепели во внутренней и внешней политике СССР. Он стал инициатором реабилитации жертв репрессии, модернизации партийно-государственной системы. Своими реформами пытался улучшить материальное положение и условия жизни населения. То есть не как современные олигархи там напичкают карманы и до свидания. Все-таки об народе он думал. Хрущев, в отличие от своего предшественника, пытался сделать общество более открытым. На 20-м и 22-х съездах КПСС он выступил с резкой критикой так называемой культа личности и деятельности Сталина. Можно это было сделать в более мягкой форме, ну ладно, случилось и случилось. Вот, однако, сохранение в стране тоталитарного режима, подавление инакомыслия, расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске, произвол в отношении интеллигенции, вмешательство в дела других государств, вооруженная интервенция в Венгрии, обострение военного противостояния с Западом, берлинский и карибский кризисы, а также политическое прожектерство, призывы догнать, перегнать Америку и обещание построить коммунизм к 1980 году делали его политику немножко непоследовательной, нелогичной, такая немножко дерганная, нестабильной. Вот сейчас то, что мы наблюдаем, наши отношения с Обамой, с Трампом, это вот как раз вот как зеркало. Вроде все должно быть хорошо, но почему-то они... И вот, а тогда вот мы были такие вот как бы... Почему? Американцы были в шоке именно вот от нашего Никиты Сергеевича Хрущева. Вообще, к началу 1964 года в СССР назрел острейший экономический кризис. С прилавков исчезли мясные и молочные продукты, за хлебом стояли тысячные очереди. Серьезность положения осознавали многие партийные функционеры. И вот, опасаясь массовых народных волнений, партийная верхушка приняла решение отстранить Хрущева от власти. И вот 14 октября 1964 года на пленуме ЦК КПСС Хрущев был снят со всех партийных и государственных должностей и отправлен на пенсию. Первым секретарем ЦК КПСС был избран один из организаторов отставки Хрущева, Леонид Ильич Брежнев. Ну вот, все-таки у нас события не про Брежнева, про Никиту Сергеевича, вот, который был избран все-таки в 1953 году на эту должность. Ну что ж, много он чего наворотил, натворил, и вот как-то отрывками-урывками хотелось бы про него все-таки вспомнить. Он не совсем, он был плохой человек, он был герой Советского Союза, трижды герой соцтруда, состоял в партии ЦК КПСС с 1918 года и пробыл в ней до конца своей жизни в 1971 году. И вот так вот, такой вот он был. Вообще, в 1959 году Хрущев неофициально, и сам того не зная, стал рекламным лицом компании Pepsi. Так случилось вот из курьезов. Если вспомнить, то вот в то время в Москве проходила национальная американская выставка, и президент Никсон предложил попробовать этот безалкогольный напиток под названием Pepsi. На следующий день во всех газетах не только страны, но и всего мира появилась фотография, как советский лидер утоляет жажду вышеназванным напитком. Вот такая интересная случилась история. На ассамблее ООН Хрущев сказал свою знаменитую фразу «Я вам покажу, кузькину мать». А перевели ее буквально дословно,
то есть Кузьма Мазерс, и остальным членам ассамблеи смысл фразы был абсолютно непонятен, что делает выражение еще более устрашающим. Вот позже даже советские атомные бомбы начали носить название «Кузькина мать». Сейчас бы эту фразу назвали мемом. Период правления Никиты Хрущева называли «оттепель», так как в то время снизилось количество репрессий по сравнению со сталинским правлением. Были выпущены множество политических заключенных, и, конечно же, во времена правления Хрущева были достигнуты потрясающие результаты в освоении космоса. Просто феноменальные. Во время правления Хрущева обострилась антирелигиозная кампания, которая получила название «Хрущевская». После войны всем религиозным организациям приходилось очень-очень туго, так как их искореняли. По неподтвержденным данным даже утверждалось, что Хрущев дал обещание в конце 1950-х годов, что к концу семилетки покажут последнего попа по телевизору. Из курьезов также жена американского посла Джейн Томпсон во время одного из своих приездов в СССР подарил Хрущеву большую рюмку. Секрет этой рюмки был в том, что внутри она была полностью заполнена стеклом, и для алкоголя, и для другой жидкости оставалось очень мало места. Таким образом, можно было имитировать доверху налитую рюмку, то есть много выпить и не пьянеть, как бы со стороны бы это так смотрелось. Эта емкость впоследствии стала любимой рюмкой советского лидера, и вот из-за этой рюмки даже сложилось мнение, что Хрущев большой пьяница, потому что все видели, как он залпом выпивал из огромной рюмки по много раз. Но это вот был обман зрения, и Хрущев, по сути, выпивал по несколько капель, и алкоголиком уж точно не был никогда. На одной из встреч после 20-го съезда ЦК КПСС в 1956 году Хрущеву пришла записка с зала с вопросом: «А почему вы допустили репрессии? Почему ничего не принимали для их прекращения?» Тогда Хрущев прочитал, он попросил: «Ну-ка, ну-ка, быстро встал! Кто это написал? Ну-ка! Боитесь? Не встаете? Ну вот и мы тогда боялись». Кстати, вот после бурных торжеств на даче Хрущев очень любил выходить на веранду и слушать записи, именно в записи, пение соловьев и других певчих птиц. Вообще, за время правления Никиты Сергеевича на него было совершено два покушения. Один раз на него набросилась буфетчица с ножом, а в другой раз в него полетел пакет, который накрыл своим телом охранник, думая, что это бомба, а в пакете оказалась всего-то записка о помощи. После отставки Хрущев был настолько потерян, что он мог сидеть в кресле часами и ничего не делать. Хотя часто ковырялся на огороде, на даче. А в США Хрущев увидел упитанных коров, которых кормили кукурузой. То же самое Никита Сергеевич решил сделать и в СССР, и он засадил все поля кукурузы в ущерб пшенице. Кукурузная компания не оправдала себя и полностью провалилась. Вторым хлебом она точно не стала, так как климат в нашей стране был не совсем подходящий. Но сам Хрущев считал виновным не себя, а руководителей. И после этой эпопеи к нему так и привязалась кличка Никита Кукурузник. Ну вот как вспоминает сын Хрущева Сергей, Никита Сергеевич не снимал с себя туфлю, чтобы постучать ей по столу. Это миф. Во-первых, он был в обуви открытого типа, как сандалии типа. Во-вторых, когда он вошел в зал, кто-то наступил ему на пятку, и сандалия слетела. Под прицелом камеры он не стал поднимать обувь, а пошел дальше. Потом ему поднесли его предметы обуви и поставили рядом. Позже, когда Хрущев хотел взять слово, его никто не слышал, бубнил весь зал, да и микрофонов в то время не было. Тогда он взял первое, что попалось ему, и начал стучать. Это и оказалось его сандаля. Вот так вот. Ну, Никита Сергеевич умер 11 сентября 1971 года от инфаркта. Ну, о смерти бывшего лидера сообщили только в день его похорон, через два дня, то есть 13 сентября. Вообще, много чего было хорошего. Советский Союз именно в те годы во время Хрущева запустил первый в истории космический спутник. А в апреле 61-го советский человек Юрий Гагарин первым побывал в космосе. В
других областях, например, в сельском хозяйстве, столько ярких достижений пока не было. Ну и здесь Хрущев верил в лучшее, в конечный успех СССР. На 22-м съезде партии он грубовато заявил, обращаясь к западным политикам: «Обождите, мы вам еще покажем Кузькину мать и в производстве сельхозпродукции». Ну вот, соответственно, под бурные продолжительные аплодисменты. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.